А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, выяснила съемочная группа РЕН-ТВ. Скажите, что у вас в жизни произошло интересного, что нового? Были мы в городе Хвалынске, нам понравилось очень. Буквально недавно был в Ханты-Мансийске, в Москве, в Архангельске, в Мурманске, в Крым недавно слетал. Был на свадьбе сестры. Мы первый раз сегодня приехали в ваш замечательный город. Мы Пермский край, с теплохода «Урал». Вчера мы были в Самаре, сегодня в Саратове, завтра мы будем в Волгограде. Скоро переезд в Питер по учебе. Мы спустя год вернулись в Саратов из Петербурга. И город очень сильно изменился за год. Как-то спокойнее стало. Я женюсь, и скоро мы готовимся к свадьбе. Это здорово.